И у меня не было ни одного пациента, у которого мы не обнаруживали какие-то изменения в гормональном фоне. Изменения в гормональном фоне, особенно в области борьбы с лишним весом, очень легко обнаружить. Можно сдать гормоны даже в разное время суток и получить разные результаты. Даже на анализ липидного профиля крови влияет положение тела. Что уж говорить о других гормонах, которые очень изменчивы. Особенно, если мы говорим о гормоне роста, если мы говорим об грелине, об инсулине, они все очень изменчивы. И если сдать анализы, изменения точно можно обнаружить. Именно поэтому современные гайдлайны по терапии ожирения – это именно диета с дефицитом калорий и сопутствующие диете сопроводительные меры, но не изменение гормонов. Самый полезный продукт, на ваш взгляд, который вы обожаете? Очень трудно сказать, потому что я считаю, что должно быть разнообразие продуктов. Когда диетологи говорят «белки, жиры, углеводы», что они ставят на первое место всегда? Белки. Важнее белка нет ничего. А на втором месте жиры. Дин-дин-дин-дин-дин-дин, все. Реклама. Вот тут я с доктором полностью согласен. Протеин от Семтек – это отличный источник высококачественного белка, сыворотки, молока. А уж тем более на изоляции действуют скидки. Хочется пить, то ты берешь и пьешь. Это нормально. Это как ссылочка есть в описании. Дин-дин-дин-дин-дин-дин, все. Согласно Международной ассоциации по терапии диабета, глобальному изданию по гайдлайнам по терапии диабета второго типа, лишний вес и хроническое ожирение является ведущей причиной в 64% случаев диабета у мужчин и 77% у женщин. Главный диетический режим, согласно авторитетным источникам, это главный инструмент по терапии диабета. А все остальные вещи, как лекарственные средства, терапия, идут уже после. И некоторые дают оценку в 80% успеха именно за счет изменения стиля питания, а не за счет гормонов. Вес проходил сам собой. То есть, да, питание, мы можем говорить там 3 часа на консультации, и он все время спрашивает, а когда же мы там про еду-то поговорим? А для нас это не важно, потому что нам важно выровнять. И это проблема современной терапии диабета, терапии разных болезней, связанных с лишним весом, когда лечат уже результат изменения веса, а не причину, которая привела к изменению веса. Да, действительно, при хронических заболеваниях уже нужна коррекция с помощью лекарственных средств, но на первом месте всегда стоит то, что привело к этой болезни, а именно неправильное питание, не скорректированное, не сбалансированное. Более того, доктор вначале говорил о том, что на гормоны нельзя повлиять. И тут он говорит, что они влияют на гормоны в своей клинике. Интересно, как они влияют. Мы вообще говорим, вам сейчас нельзя худеть, потому что вам сейчас вообще в больницу надо отправляться. То есть диагностика, прежде всего. Диагностика в вопросах лишнего веса не всегда на первом месте. Достаточно делать маленькие шаги уже сейчас, а не платить большие деньги за анализы гормонов, которые просто покажут, что у вас есть изменения. Тут дело не в гормонах. Тут дело не в гормонах. Вокруг этого построена целая индустрия. Большинство анализов на гормоны нормальному здоровому человеку не нужны для того, чтобы изменить вес. И у меня есть большое количество самых разных отзывов от зрителей, от подписчиков, с кем я общался, кому помогал и подсказывал, кого консультировал в вопросах питания. Большинство людей этих не сдавали никакие гормоны, а изменили вес за счет простых принципов гигиены питания. Друзья, всем привет! На связи Борис. Вы находитесь на втором канале, который называется «Научный подход». Здесь мы собираем выдержки по самым главным темам из основных видео. Если хотите найти основное видео, переходите по ссылке в описании, там есть основное видео. И ссылочки на источники есть также в описании под основным видео. На втором канале мы публикуем бэкстейджи. Здесь также публикуются мои различные эфиры, прямые трансляции, телепередачи, интервью. Здесь также есть материалы, которые не входят в основные ролики, для более подробного и глубокого изучения. Также мы с командой активно трудимся над переводами интересных видео, научной тематики и не только. Так что подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик и оставляйте комментарии, это помогает развиваться каналу.
И, кстати, если вы подписаны на второй канал, то для вас есть промокод на скидку на нашу продукцию, которую мы выпускаем. И специально для вас, как для самых любознательных зрителей, промокод дает чуть больший процент, чем с основного канала. Также рекомендую подписаться на все наши соцсети и ресурсы, и вы можете получать контент в удобном для вас формате. Все ссылочки также есть в описании к видео. Спасибо, друзья, и до скорых встреч!